Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение FFA сериала в Sid Meier's Civilization 6 на восьмерых, в котором я играю за Монголию на карте Архипелаги. Если вдруг вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше начинать просмотр с самого начала. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Персия исследовала научную теорию. Я не исследовал научную теорию. А, научную теорию исследовал. Хотел повозмущаться, да? Да, да. Я с химией перепутал. Просто инженер был на химии. Шпион из Американской империи был пойман при попытке похитить средства в городе Каракорум. Злобный какой-то у вас север. Так, ну чё? В смысле юг. Что ты там хочешь? Давай, что ты мне дашь за своего шпиона? Пусть посидит. Не нужен? Не. Ефраим? Странное имя для... Американец. Американского шпиона. Иммигрант, наверное. О, Дарвилл награду получил какую-то. Торговый путь, гавань. Полководец, торговый путь. В Иерусалим и в Антиохию торговый путь. Ух ты, великий Зимбабве можно построить. Thank you.
Так, летом я уже смогу испанцу два хода, блин. Ходичка, а как у тебя аж плюс 6 по разведке получается? Иллюстрация почты. Но она дает только 3. Ну, почему? Возможно... Каждый раз дает все больше и больше. А ты ее иллюстрировать надо каждый как бы... Нет. Каждый приход или один раз достаточно? Я не знаю. Говорят, что постоянно надо иллюстрировать. Но мне ничего не дает. У меня было раньше плюс 3. Оно тебе ничего не дает. Послушайте. Она тебе ничего не дает, потому что качечке больше раз тебя перлюстрировал. Оно ему дает, а ты у него снижаешь. Потом вы дойдете до ровного, тогда никому ничего не будет давать. Нужно постоянно ее иллюстрировать для того, чтобы уравнять шанс. Да. Я же специально подставил тебе лодку, чтобы ты в нее пострелял. Ускорено. Так, верфь пока не будем открывать. Теперь твой флот даже убежать не может и ответить. Корабли как-то странно плавают. Ну, есть немного. Броненосец поплыл аж. Плывать всех из чужих, чтобы сдвинуться на одну клетку. Рамбахабодхи. Ну ладно, построим. Придется от производства отказаться. Нету бонуса за соседство. Меня это очень расстраивает. Слушай, китаец, может, ты захватишь этого испанца? Чтоб... Конкистадоры там с этими, с верунами там пройти так просто. Да, все серьезно, да? Все, загрузился? Я нет. А.
прогрузился. Все? Я бью. Ну вот, я даже не успел клик. Так он с одного раза. Что ты два юнита уже подставил. Уже не смогу объявить формальную войну испанцу. Я не понимаю, как это кликать. Ну, я бью по юнитам, которые уже выстрелили. Что там кликать? Это масса каких-то анимаций. Так, поля, да, идти. Беленькие, красненькие. Буква R, по-моему, стреляет. Нет, стрелять это не страшно. Я просто не могу понять, куда ими куда их просто подвинуть. Это печально. Практика приводит к совершенству. Тут еще зависит от того, от ловкости кисти. У меня, например, уже руки устали, у меня сводит судорогами кисть. Уже не могу быстро тыкать. Ну, в прошлой игре у меня просто судорога свела, когда я с Греем воевал. Я просто не мог нажимать уже на клавиш. У тебя неудобная мышка, значит. Может. Или неудобные руки. Ну просто непривычно клацать там 6, 8, 10 часов подряд. Как это? Ты ж цивилизатор. Когда один играешь, пошел и что-то другое сделал. Что-то другое. Слушай, а сколько у меня городов? Раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Давайте опять из Каракорума отправим. Ну ты бесишь, хватит это грабить. Твоя же земля. Есть такая политика выжженной земли. Ой, нет, нет. Эй, не то построил, блин. Так, ну и что, последнее возьмем. Ячейка религиозного искусства. Пища, жилье. Миссионеры апостол получают плюс один к распространению. О, давайте вот это. Смотри, все твои поселки, я их пытаюсь отловить, но их нет нигде. Я сейчас подойду. Иерусалим, торговый путь. Вообще, есть доступные в Иерусалим. Города государства. В Иерусалим не добегают пока. Что стоит?
подо мной стоит флот. Насколько я понимаю, он для разведки. Или для того, чтобы меня подавить на работе. Так а что а справа? Я сплавал справа от Манзы Конга, что ты? Просто избиение. Видишь, мой фрегат. Я и так стараюсь, но не фасткликать уже. Вот не, ну я даже не успеваю нажать на юнит его уже. Ну, потому что он с одной точки убирает в основном. Правее от него. Не, так я так у меня справа от него еще фрегат есть. Или что? О чем? В чем вопрос? А, подводная лодка Перса, да, господи. Страшно. Не. Где моя подводная лодка? Их много, какая именно? У меня лагает ходы. Ну переключайся, то 2D, то в 3D может поможет. А на чем ты играешь, китаец? На ноуте. Я бы тоже играл на ноуте, на макбуке при этом. Часов 150 на нем играл, чтобы по сети, и завтра мне перешли 15, потому что это просто невозможно. Воевать да, просто нереально. Да, у меня тоже ноут, которому уже 3 года. Тебя домики строить нормально, но если на тебя нападают, это просто без шансов. Да. У меня такой. Такие грустные истории рассказываете, плакать хочется. Не, ну это реалии тоже надо. И железо тоже побеждает. Железо побеждает разум. В формуле 1, у кого лучше двигатель, это выигрывает. О, а я не могу никакую формальную войну испанцу объявить. Прикиньте. Хочешь его города новые забрать? Нет, я хочу национализм ускорить. Освободительную не могу. Священную не могу. Реваншистскую не могу. А война Золотого века считается? А? Да, война Золотого века считается. Считается, да. Вот оно, решение. То есть мне надо идти в Золотой век специально, чтобы испанцу объявить? Я уже национально так открою. Я в... Нет, так для объявления войны Золотого века. Сейчас надо я, взять... да, я вспомню, надо выбрать. Сначала надо прикупить будет. Эти, может, все-таки там каперов поднастроить. Две бомбарды у нас вот тут. Это археологи, значит. Строительная инженерия во Франции. Это
достает, как мне кажется. Вау, сколько тут флота. Это какой ты город колупаешь? Шиньян? Тут будет много артефактов морских. Креслов хотел осадную тактику. Так что у нас тут осталось Иерусалим, Занзибар и Стокгольм. Купаем здесь мечи. Так, сколько каперов у нас уже есть? Смотри, ты меня замучил, серьезно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть есть. И строится еще семь, восемь, девять. Знаете, десять построим, и этого достаточно. Я сделаю пять корпусов подводных лодок выше крыши. Вы когда-нибудь играли в игру без... Без войн. Сейчас в настроении. В Марио я играл. Не, в Тыву. Есть там. ТПЛ иногда так делают. Это очень интересно, очень. Есть место, ты царь, нет места. Извини. То есть это сидеть 6 часов, зная, что ты проиграл сразу же, да? Да можно вот One City Challenge, вот это еще можно поиграть в один город, просто чтобы это быстро было. Знаешь на чем? На снежинке можно попробовать, потому что там у всех одинаковое место. Вы извращенцы, ребят. Как скажешь. Сделай гайд по извращениям. Все для тебя. Так, а сколько у нас каравелл, чтобы их построить для корпусов? У меня тут карательный рейд по южным островам. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, они же не все, наверное. Вот это не первого уровня. Вот это первого. Первого. Давайте вот эти объединим. Сразу эту каравеллу и эту. Так. О, вот еще у нас одна галера. О, еще одна неапнутая.
Американец, у тебя типа на своем континенте только 4 твоих города, да? Ну, в смысле, на острове на моем 4. Да. Континент это. Ну, в том, на том острове, где ты появился, только 4 города, да? Да, да, у меня только 4, но у меня наверху там тундра, я не стал, короче, решил острова. В итоге, сколько мне еще кораблей надо? Две у меня не продвинутые, их я сделаю, соединю в корпуса. 3, 4, 5, 6. То есть еще две мне что ли надо? Да, еще две. Блин, а как мне на ту сторону? Слушайте, а корабли ж никак не перетаскивать, кроме как аэропортом с одной стороны на другую невозможно, да? К сожалению, корабль аэропортом нельзя. Только адмирала. Что, у меня весь флот с одной стороны? И то там должна быть гавань, по-моему, нет? В принципе, адмирал не появится без гавани. Он-то как раз. В смысле адмирал? А, сам адмирал, да, да, самого адмирала можно. Я отошел на пару минут. Так, а всадников у меня сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Все тут, да? Раз, два, четыре, пять, шесть, семь. Все прокатишь. Мне еще 7. Надо 14 всадников. Желательно. Предсказание на победочку. Халецкий победит. Да. Ну, пачки уже 260 науки. Думаешь, купил 4 лаба.
У меня тут висит этот все первый посол, блин. Давно поменять уже надо. Я вернулся. Круто. Мы соскучили за тобой. Спешил как мог. Ладно, спасибо большое. Ну, а пока. Игру. Чиник. А, да. Тебе спасибо. Давай. Качечка, добей испанца. Я не могу, он встал в оборону, и там у него на 5, на 7, на 10 больше. Я провожу этими. То есть, а мне чё? Да, до арты не смогу добить. Уже стал. Раз, вот, два, три. Вот. Конкистадор 84-68 в обороне. Он. Понимаешь, 84-68. Так, что еще один капер где-то нужен. Ребят, может, доигровочку, а то как-то совсем уже тяжко. Ну, я не против, мы можем доиграть. Как бы меньше людей стало, нас осталось, грубо говоря, четверо. То есть, если воинцы решит не приходить, то мы не расстроимся, я думаю. Как... Я буду вообще доволен. Как там завтра? Все могут? Вечером. Ну, да, в принципе. Я 5 часов с 8, если можно. Можно раньше, конечно, если там. Очень желательно пораньше. Было бы круто. Я согласен, если пораньше. Всем, если немножко работы. Ну, я также. Давайте в 6 хотя бы. В 6, да. О, и Иерусалим. Окей. 6. Согласен. Как это Иерусалим жив до сих пор? Ну все, следующим ходом делаю сейф тогда и завтра до 6. В 6 вечера, да? Окей. Да. Лёша, на продление ставишь? Я тебе вроде кинул продление, нет? А, только что. Да тут вылезло. А, да, действительно. Американца дальше пойдешь забирать? Ни в коем случае, он мой друг. Так, давайте отправим в Стокгольм убирать
там чужих шпионов. Давай я завтра, если что-нибудь... Ну, хорошо. Хорошо. Думай там все. Я подумаю, очень хорошо подумаю. Всю ночь буду думать, и полдня. Блин, я ж теперь спать не смогу, точно. Я, конечно, не знаю, какой у тебя там флот качек. Ну, судя по тому, что я видел, очень большой. Вот, но если что, я практически уже вот апаюсь и в подлодке, и в линкоре. Линкор не самое, не очень страшное. Тебе не кажется, что качка дальше по технологическому дереву слегка? Ну, подальше чуть-чуть. Правда, науки у него уже. Игру. Это не посмотреть, сколько еще у меня с кем-то союз. Зайти в раздел союза. В дипломатии, там сверху. Да, все вижу, смотри. Смотри, вижу. Самое интересное, что можно даже посмотреть, сколько дружба длится, но, как мы выяснили, в русской версии игры это не пишется. А в английской пишется. Вот у тебя дружба с испанцем, китайцем и персом, я правильно понимаю, да? Да. Так вот, если ты зайдешь в дипломатию, например, к персу, и наведешь там, где дружба написана, там должно было быть... В английской версии, в всяком случае, пишется, сколько ходов осталось, а в русской просто дружба. Да, я вижу. Очень крутое изменение. Угу. Еще одна каравелла. То есть я объединяю. Блин, еще две галеры плавают. Не апнутые. Галера и караво. Ну это первого уровня, мне надо второго. Ой, не второго, смысле. Без уровня к ним привести. Мы туда приведем. Да ладно, все, больше нету. Вот еще. Каравелла у меня. Вот эту надо с этой соединить. 6, 5, 4 хода. 5.
Не знаю, тут французы уже так впереди по науке. Имеет ли смысл с ним воевать? Он может быть в электричестве. Можно посмотреть. Есть только фабрика и мастерская. Я АЭС не вижу, например, построенная. Еще два хода вот каравелла строится, и через два хода, наверное, начну открывать, а тут военная наука. Следующим ходом надо будет ее отменить. Так, теперь с конями давайте разбираться. Сколько мне их надо? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 12, 13 коней. Раз. Два. Три. Еще 9. Блин, Качечка, вынеси китайца. Долбанный китаец мне перекупает религиозные ГГшки у меня. А я пытаюсь, Лёш. Ну почему в Лавенту-то он отправил 6 послов? Что он... То есть у него не было ни одного посла в Лавенте. Так, на минуточку. Сто 50 науки, 164 у француза, 277 у перса. Перс, походу, уже начал. Хотя давайте глянем, сколько у него очков. 14, 22, 21, 25, 15, 46 у. Ну, у перса тут круто, конечно, все.
Качечка, что ты мне там ваксу тыришь? Или, ну, пытался, что ты мне пытался стырить? Не знаю. Я украл деньги. Чисто ради прокачки. Качечка, прокачечка. Да. Пойдем научную теорию пока откроем. На следующий ход начинаем уже достроить эту каравеллу. Хотел скандал фабриковать. Качка Стокгольм перекупил все-таки. Все сидели, не делали его своим сюзереном. Как можно он быть уже таким? Давно, он уже давно перекуплен. Кем перекуплен давно? Мою. Только что ты его сделал союзником. Он уже ходов 10 как мой. Просто не афишировал это. Я просто его скоро снесу в таком случае, и все. Я же не против, что ты его снесешь. На самом деле, я не уверен, что это тебе помешает, правда? А есть еще научные ГГшки? Нет. Нету. Вот это у меня, конечно, то, что у меня две... Один из ваших людей услышал на торговом посту, что Персия больше не стремится к научной победе. А что случилось? Я не знаю. А в смысле не стремлюсь к научной победе? Не знаю, что это значит. Мечта улететь в группе Халецкого. То есть, как это я могу не стремиться? Видимо, что-то случилось.
Блин, нигде нормальный кампус не поставить на плюс 3. Тут производство уберется. Не нравится все это, конечно. Так, наверное, надо тут дворец, Патала, торговец. Давайте, наверное, строителя построю, строителя куплю. Так. И куплю еще тут торговца. О, американец поплыл лапаться. Ну все, тоби конец. Да. Можно здесь еще фрегат. Где мне тут? Два фрегата и капер. Эти капер. Еще один построю. Так, думаю, пора исследовательские гранты хреначить. Одного всадника вообще-то можно. Так, давайте еще исследовательские гранты. Куда я тут плыву вообще? Я тут выплываю, наверное, сюда надо. Персия исследовала военную науку. Только сейчас он по низу пошел. До этого он сверху был. А не вышло ли он? Так. Лед тронулся, господа. Что случилось? Начался обстрел Ла Коруньи.
Давно было пора. Тут... Нет, пока он там держал конкистадоров со священниками, там никак без арты. Ладно, один ход. Банк можно построить. Капер и два фрегата. Здесь хочу. Четыре. И фрегаты сюда тоже подведем. Не знаю, имеет ли смысл корпуса уже прям фигачить, но... Армады имею в виду. Но корпуса я сделаю. Так, пока хватит, пока я в мобилизацию не выйду. Думаю, больше мне не надо. Здесь фабрика и так есть, пригород, я думаю. Хотя город растет, может пригород построить. Или всадников тут делать в этом городе пока. То есть мне надо еще 6 всадников для того, чтобы корпуса были из них. Морские юниты, наверное, оставлю. Бонусы от гавани оставлю. На этом пока все. Продолжение запланировано на завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!